нас сеть образовательных учреждений, это частные школы и детские сады. Мы занимаемся уже, получается, ну, лично я этим занимаюсь порядком 10 лет, а вообще сама школа у нас существует 20 лет уже. И мы работаем, вот у нас детские сады и школы, это Светоч и школа Абитуриент. Мы в основном предоставляем образовательные услуги, это школа полного дня с 1 по 11 класс. И частные детские сады, детский сад мы принимаем детей с 2 лет. Также мы предоставляем курсы дошкольной подготовки. С того момента, вот, когда мы зарегистрировались, и на сегодняшний день, наверное, прежде всего мы добились стабильного качества своих услуг, и это ставлю на первое место. То, что мы даем действительно качественное образование, и нас рекомендуют семьи друг другу. Наши выпускники уже приводят к нам детей учиться. Это для меня большой показатель, в первую очередь, к этому мы стремились. Потому что делать что-то плохо, лучше тогда вообще этого не делать, этим не заниматься. Когда ты имеешь образование абсолютно не по менеджменту и управлению предприятием, оно у тебя из гуманитарной сферы, и ты по призванию своему, можно сказать, учитель истории, да, и тебе приходится погружаться во все эти бизнес-процессы и изучать их с нуля, финансовый менеджмент, маркетинг и все остальное, то тут ты уже сам получаешь самообразование, получается. Это тоже, это еще один момент, который является сложностью. Потому что, насколько я знаю, люди, которые занимаются бизнесом, большинство из них не имеют специфического такого образования экономического или управления предприятиями. И в этом отношении, конечно, очень помогли курсы BPN, которые для таких, как я, не специально обученных бизнесменов, они предоставляют курсы, которые в краткий срок дают, восполняют тот пробел знаний, который имеется. С программой BPN я познакомилась давно, мое знакомство произошло еще в 2011 году. Интересно, вот у BPN, у них есть такие зачетные книжки, и туда вносятся все семинары, которые ты посещаешь. Мне кажется, я, по-моему, все посетила семинары, потому что у меня эта вся книжка исписана, и на самом деле они все оказались очень полезны, и многие инструменты, которые я получила на семинарах BPN, я их применяю у себя на предприятии, особенно то, что касается финансового менеджмента, финансового учета. Просто имея гуманитарное образование, я, если честно, абсолютно никакого представления не имела о таких страшных для меня тогда словах, как дебет, кредит и все остальное. Вот, но очень доступно объяснили все эти моменты, особенно о необходимости ежедневного финансового учета. И вот в кризис тоже они оказали поддержку с льготными кредитами, и даже некоторые там из них, некоторый процент этого кредита, он на грантовой основе. Это была для нас серьезная поддержка, потому что мы полгода не работали, а операционные расходы предприятие несло, и как раз на выдачу зарплат, на выдачу отпускных мы получили поддержку от BPN. Это было очень здорово. Мои планы на будущее. Вот сейчас этот вопрос задается как раз в такой непростой период для нашей страны, когда со всех сторон люди только обсуждают, да, куда бы уехать, куда бы податься, в какую страну мигрировать. Я точно определенно для себя четко знаю, что я планирую жить в Кыргызстане, и я хочу здесь создавать и развивать страну, создавать здесь рабочие места, потому что у меня это хорошо получается, и я себя чувствую здесь в своей тарелке, да, то, что называется, где родился, там и пригодился. У меня есть длительный опыт жизни за границей, я точно знаю на будущее, что я там жить не хочу. Я хочу жить у себя на родине.